В Рязань в выходные пришла «Крымская весна». Главной площадкой фестиваля, посвященного воссоединению Крыма с Россией, стала улица Почтовая. В ее основании установили сцену. Свои произведения прочитали поэты и писатели. На улице работала гастрономическая площадка. Проводили викторины, конкурсы, спортивные соревнования. Фестивалем «Крымская весна» открылись Дни Республики Крым в Рязанской области. Хороший праздник. Я считаю, то, что происходит, и все города страны демонстрируют свое единство с Крымом. Это очень правильно. И в хороший выходной день люди вышли с семьями и принимают участие. Здорово. Я как раз в этом году ездила в Крым. Я была в Евпатории. И мне кажется, что Крым – это такая очень интересная зона для туризма. И она очень для нашей страны важна. Это праздник, я считаю, что святой, потому что действительно я очень люблю Крым, часто бываю там. Я думаю, не случайно сегодня и день выборов, и день, который празднует вся Россия, вхождение, воссоединение России и Крыма. Потому что действительно это событие, которое нас всех объединило. Мы радовались за нашу историю. И я, как гражданин, почетный гражданин города Рязани, очень хочу, чтобы в Рязани были места, которые носили бы крымские названия. Севастопольская аллея, Крымский парк. Пусть действительно будет Крым на карте Рязани. Фестиваль «Крымская весна» посетил и глава региона Николай Любимов. Вместе с супругой и дочерьми губернатор осмотрел выставки, посвященные Республике Крым, сфотографировался на фоне изображения Керченского моста, а также отметил на специальном стенде с картой любимое место полуострова – гору Ай-Петри. На всех кораблях поднимают его каждым утром. Сотни рязанцев воскресным вечером вышли на Почтовую улицу и приняли участие в митинге-концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма к России. С праздничной датой и с окончанием выборов горожан поздравил губернатор Николай Любимов. Хотел бы поблагодарить всех, кто пришел сегодня на выборы. Хотел бы поблагодарить всех, кто обеспечивал их, и наши избирательные комиссии, и руководители учреждений, в которых были избирательные участки, и правоохранительные органы, которые обеспечивали безопасность нас всех. С творческими номерами для собравшихся выступили рязанские артисты.